Выбираем место для разворота. Чего ты остановился? Центр был здесь? Выезжай. Поехали, смелее. Поехали, уже красный загорелся. Вот так вот оно, в бочину. Левый ряд входи. Регулируемым перекрестком убираем место для остановки. Регулируемым перекрестком. Да. Автобус ты видишь там? Автобус? Поворотник. Прижимающий. Вот так. Все, остановились. А ты не в телефоне сиди. Ага, поехали. Дядя чисто тупо на своем Лексусе видел, в телефоне сидит, мы поворотник указали, чтобы остановиться, а он так из телефона нас и обижает. А Пиков — это тот недовольный, который не знает, что такое обучение. Он права купил уже свои, и водилки, и права, и все на свете. Выбираем место для разворота. Выбираем место для разворота. Да.
скоростная линия, нельзя, конечно. А если нет, то почему нет? Выбирай место для разворота, ближайшее. Поворотник включи. Начинай торможение. Осторожно, возможно гололедица. На курсе. Может. Ну все, вперед протяни. Справа же могут люди повернуть налево. И вот и мы пошли. Вправо нет сразу. Выбирай место для разворота. Ну, нежелательно. Не могу. Пошли, газу. Газ убрала. Выравниваем руль. Газу. Аж резина зашелестела. Слушай, ты не гонщик там? Может, ты придумала, что ты пришла на права учиться? Может, ты уже ездишь с правами? Выбирай место для стоянки. Направо. Бордюр. Опа. Сейчас вот чуть в бордюр не въехали. Можно, но ты же когда подъезжаешь, ты смотри в зеркало вправо, где у тебя виден бок автомобиля. Ты бы сейчас колесиками заехала бы на бордюр и до свидания. Поняла? И как бы ты ни разворачивалась, ты бы не сдала бы экзамен. Начинай движение. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Левый ряд перестройся. Куда ты? Лен. Во-первых. Вот смотри, вот этот человек. Ну, и тебе повезло, он просто тупо сидит в телефоне, он на нас не обратил внимания, ты его тупо подрезала. Вот так и на экзамене получается, что вам говорят, поехали. Ладно это, он там в телефоне сидит, тупит, ему посигналит, ты что тупишь. Дело то, что не выполняй никогда команду, когда ты сама не понимаешь, что ты делаешь. Убирай метод для разворота, разворачивайся. Так, так, так. Что мы делаем? Левый поворотник включи. Притормаживай потихонечку. Отпусти тормоза. Потихонечку. Крути влево. Поехали. Вот так. Можно так? Выезд же был, да, тут разрыв между двойной скоростной. Был на перекрестке. Разворачиваемся. Регулируем. Левый поворотник, левое зеркало. Но опять же, чтобы так повернуть, я посмотрел впереди, что там красный впереди. Перед тем, как мы развернулись. И сзади машина далеко ехала. Поэтому я включил поворотник, мы с тобой развернулись. Выезжай, они что-то боишься ты их. Чуть-чуть вот так возьми. Ты там что-нибудь видишь дорогу? Светофор замигал, крути руль, поехали. Давай, 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 давай. Пешеходов нет? Пешеходов нет? Поехали на меня. Завершаем маневр. Завершаем. Все, откалываемся. Валим, валим отсюда. Кто скажет, задолбали тут. Да? Ты же этого хотела. Ну вот. Тогда выбирай место для стоянки. Лена, включи поворотник. Тормози нахрен. Что тебе мешает так сделать? Самой. Я хотела после этого.
Ну после чего? Там дорога была. Ну, прилегающая территория справа. Ну, мы проехали, вот здесь остановились. Да. Ты же понимаешь, на экзамене долго будешь тупить, и все, и запутаемся. Сразу видишь ситуацию, как бы, да, ты не должна сразу выполнять, но ты уже, то бишь, времени тебе хватило бы для того, чтобы ты определила, что две полосы в одну сторону, знаков запрещающих нет, 5 метров от знака отъехали, от поворота, перекрестка и тому подобное. И остановились. Все. Только не резко. Все. Что там хотеть, что там думать? Поехали. Левый. Зеркало. Пошли, ты в первом полосе стоишь. Не крути рулем. Все, все, пошла, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Выбираем место для разворота. Выключила поворотник. Огляделась. Увидишь? Включила. Зеркало. Отпустила тормоза. Поехала, поехала. Где ты будешь поворачивать? Напротив выезда. Так и едь к нему. Еще чуть-чуть. Вот так, чтобы бордюрку не задеть. И те ребята, которые выезжают сейчас с левым поворотником, они, получается, нам будут немножко мешать. Но мы не обращаем на это внимания. Они тебя никто не пропустит. Они даже не понимают, что ты хочешь сделать. Вот в чем проблема наших автолюбителей. Не дают завершить маневр. И мы потом будем с водилками кататься, тоже не будем обращать на это внимание. Это очень плохо. Так что будем меняться местами, ничего страшного не произойдет. Вон, светофор замигал. Они что, все едут на красный? Ну, Мерседесу больше всех надо. Крутим, пошли. Не газуй, не газуй, не газуй, не газуй. Деда, давай уже езжай. Теперь мы поехали. Еще и в наглую, еще и по телефону там едет, разговаривает. Ладно, мы деда-то пропустили, да? Ну, дело. А? Он еще мешал, надо было вообще подрынуть. Давай, выбирай место для разворота. Что заматерился, блин, со слов. Ну, он просто взбесил, реально. Едет там еще на паперти, еще там что-то с недовольной рожей. Зеркало. Не спеши. Оглянулась, вспомнилась, пошли. Тут такая ситуация, что ты видишь, что машина далеко. Сейчас успею. Ну, как правило, ошибка в том, что вы не доезжаете до конца перекрестка и начинаете делать на скорости и упираетесь в бордюр, понимаешь? В левый ряд выходить. Зеркало. Красный горит. Лена, ну его нафиг, включай поворотник. Оценивай ситуацию, здесь уже сплошная. Ну, короче, не пугай ни меня, ни инспектора потом в машине. И, ну, и, соответственно, пассажиров. Твоих пассажиров. Та-та-ра-та-ра-та. Левый поворотник. Мы от своей идеи не отказывались. Что мы хотели сделать? Нет, что-то он как-то разогнался, но его упали. Второй тоже разогнался, ну так сделаем. Ибо нефиг, поехали. Так нельзя делать, если честно. И ему так нельзя делать, и нам с тобой нельзя делать. Он видит, что мы в правый ряд уходить. Он видит, что мы хотим перестроиться. Вперед и перестраиваться перед нами. Что это, поступок водителя? Да это тупой поступок. И водитель это, если увидит, я это специально выложу в интернет, себя, может, узнает, балбес. Разгоняй машину. Левый ряд, перестраивайся. Вот ребята выезжали сейчас, поворачивали, да, на 6-ю поликлинику? Там поликлиника, да? Да. Они какая? Они выворачивали, один ряд их пропускает, а второй не видно было. Вот они аккуратненько и посмотрели, есть ли там кто или нет. Смотри, мы на светофор не успеем, оценивай ситуацию, уже тормозить. О, молодец! Отдал газку, а потом прокатил бы людей на капоте и сидел бы с
соплях такой плакал бы: мама, я не хочу в тюрьму, я больше так не буду. Зачем? Мы его сейчас спокойненько догоним, вот увидишь, не спеша причем. Поехали. Он все равно, он на красный сигнал светофора, там баран этот остановился. А другими словами я его назвать не могу, это баран, честно. Мы его сейчас спокойно даже объедем. Вон он стоит в первом ряду, конечно. Едем, едем. Чего дед на нас так посмотрел? Подрезали мы тебя? Это не мы тебя подрезали, это ты затупил. Дед, который там пытался все. О, вот, который... Человек. Ну, правильно, там малолетка сидит, ему лет 18, видела, да? Балбес. Тоже себя увидит в интернете. Может, подумает. Задумается. Зарегулируем перекрестком, выбираем место для разворота. Едем, просто едем пока. Едем, 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 едем. Вот перекресток был, да? Едем. Где мы здесь ближайшее место для разворота? Только, только развязка. Да? Ну вот и газуй. Газуй, 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 газуй. Так, пристройся, молодец какой-то вот такой. Включай поворотник правый. Один направо. Включай поворотник. Включай правый поворотник, но еще двигайся вперед. Правый поворотник. Перестраивайся, у тебя вот тут именно преимущество. А уже где автобус перестраивался, у нас бы уже преимущества не было. Мы бы уже должны были пропустить того, кто уже едет по этой развязке. Правый поворотник включай. Сама подумаю, надо поворотник здесь выключать или нет? Когда поворотник нужно выключать? Когда уже завершено. У нас маневр завершен был. Да, и все. Лево. А, мы же разворачивались, да? Поворотник включи. Ближе ко мне вправо. Ближе ко мне вправо. Окей. Теперь нам надо попасть с тобой на проспект 60-летия октября. Сначала давай выйдем, не буду тебя забивать мозг. Теперь правый поворотник включай. Правый, правый, на меня, поехали. Да, 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 да. На проспект 60-летия. Мы сейчас опять с тобой крутанемся. Крути на меня руку. Отпусти тормоза. Надо было не лететь с такой скоростью. Было бы все хорошо. Ты не одна на дороге. Не гуляй по всей дороге. Ты тормози, ты тормози. Он сейчас напугает нас. Че там у нас? Левый поворотник, выключил поворотник, все, ты выехала в полосу, ты едешь по своей полосе, все, не надо дергать. Мы же на проспект хотим, соответственно, нам опять сейчас на гору надо. В нашем случае это развязка, да, вот это вот. Правый поворотник включай. Можем, но мы хотим здесь. Ты же хочешь попробовать, что такое развязка? Все-таки как понять, ты хоть понимаешь, как мы ехали со стороны аэропорта, оказались, мы развернулись, да, в сторону аэропорта, потом решили поехать на проспект, там в Сингапур, там шмотки продают дешевые, классные, вот, мы решили туда поехать. Какой знак здесь ты увидела? Молодец. Да, движение только вправо здесь, включила поворотник, нет, правильный тут знак. Правый поворотник включай. Притормаживаем. Тормози. Крути.
Вознесёжная проехали. Движение. Ну ладно, движение только сюда. Как можно проехали, когда заехали на движение только сюда? Знак 40 на меня крутирует. Вот, ты его проигнорировала. По всей дороге гуляешь. Ой, это плохая примета. Левый поворотник. И вот как вот этот Марк сделал. Давай, 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 давай. Покажи ему, что ты тоже не из простых. В левый ряд уходи. Ну только я ж... Вот так я ж слов-то нет. Куда ж ты за ним полетела? Я же на спидометре сколько. Убирай место для разворота. На массовую уличную зарядку пойдешь? Я не знаю. Посмотрим. Выбирай место для разворота. Да газу, 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 в левый ряд. Ты же должна откуда поворачивать? Только слева, правильно, если место для разворота. Ну и уходи в левый ряд. Давай, 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 не нервничай, в левый ряд уходи. Еще в левый ряд, зеркало. Кто-то сигналит. Не спеши, левый поворотник, ключи я тебе подскажу. Левый поворотник. Не спеши. Крути руль. Кого ты должна пропускать? Все, кто. Все, кто, да? Совершенно верно. Там посмотрела вдалеке, у них красный загорелся. Стоять. Ты успеешь? А вдруг ен? Поехал. Газуй. Газуй. Молодца. В любой ряд, как тебе удобно. Газуй. Все. За регулируемым пешеходным переходом выбирай место для разворота. Что просит гаишник? Да он не просит, он говорит. Ну что, и развернуться, и остановиться. Все, что мы с тобой сегодня делаем, столько ты разворотов никогда не сделаешь на экзамене. Вот сейчас ты не сдала экзамен. Почему? Ну куда ты заехала? Направо крутируй, вправо поворотник, пошли. Только в зеркало смотри. Ну смелее, смелее. Я включаю левый поворотник. И аккуратненько заходи. Аккуратненько прям. Прям вообще аккуратненько. Остановись. Давай, делай вещи. Зеркало так вот посмотрело. Обязательно. В левый ряд перестраивайся. Вот так вот. Будем разворачиваться опять.
Не спешите. Крути руль. Пошли, что ты? Ой, мама. Ой, мама, мама, мама. Она. Резко. Выбирай место для разворота, развернись. Не успеешь, не делаешь. Ту-ту-ту-ту. Давай, давай, давай. Делай. Газуй. Выбирай место для разворота. А это быстро делается. Раз, выключила поворотник. Левый поворотник. Здесь же есть прерывистая. Ну все. Да не суетись. Крути руль. Давай, пошли за автобусом. Пошли, пошли, не бойся, он только выезжает. Давай, 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 давай. Выравнивай руль. Газуй. Газуй, газуй, газуй. В левый ряд уходи. Давай, 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 давай. Выбирай место для стоянки. Остановка. Уходи, уходи вправо. Ну нельзя, но все равно перестройся, уходи. Все равно тебе нужно будет остановиться. Я думал, ему сейчас жахнет, видела, да? Едем, 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 выбирай место для разворота. Я уже мухнул. Ну давай по развязке, значит, разворачиваться, а что делать-то? Вот нам такая команда поступила. Выключи поворотник. Скорости даже я не заезжаю сюда, слушай, это большая скорость. Нельзя, я пропустил тут. А тут вот ты, когда выехала на эту полосу, вот сверху движение по полосам, ты должна пропускать людей, кто едет справа.
Но сейчас ты уже не должна. Сейчас они, если переставятся налево, они должны тебя пропустить. А ты хочешь перестроиться вправо, я знаю. Потому что левая полоса, по которой мы едем, сейчас уйдет на Ленина. Ты вот, главное, такие удачные машины подбираешь, что Мерседесы подъезжаешь, что ПМВ. Включай поворотник. Бить-то меня будут, понимаешь? Тебе-то посмотрят, как... Ой, это еще маленькая красивая девочка, она еще виноват, а то он виноват, он так учит, и меня будет бить. Этого больше. Не подъезжай, пожалуйста, машины. Внимательно. Если боишься, лучше не надо. Правый поворотник. Крути за ним. Ну, пронесло, он уехал. Включай поворотник. Выбирай место для разворота. Не спеши. Я понял. Хорошо, хорошо, сдадим. Да. Ну просто нет, вы мне скажите, мне искать там двигатель, коробку, что мне суетиться дальше? Хорошо. Чё ты? А чё ты злишься-то на людей-то, Лев? Да ты, если я слышал, хоть и по телефону разговаривал, ты злилась, кого ты там обзывала. Нет. С меня предмет плохой, ты не бери. А чё ты сказала, чё скотина? Нет, ну, скотина, ты. Нет. Я тебе запись пошёл включу. Скотина. Нет, да, нормально, чё?
куда летишь? Ну, честно скажи, о чем ты думаешь? Вот тут у тебя сплошная. Куда ты летишь? О чем ты думаешь? Успеешь ты замуж выйти, все нормально будет. Ну о чем ты вот думаешь? Вот ты как водитель, понимаешь? Вот я тебя буду ругать. Ты идешь на поворот с левым поворотником, выходишь в полосу для поворота налево. Ну, блин, ну ты видишь, что ты такой. Ты, кстати, можешь еще протянуться по ней. Вот так как раз по ней. Раз. Чтобы развернуться. Вот эти ребята слева, они будут выезжать. Имеется в виду. Ну, подпустишь, вот уже кто тебе будет мешать, его пропустишь, и будешь потихонечку подлазить, ну, как бы давить, выдавливать их, потому что ты, если остановишься, они так и будут ехать, понимаешь, куда надо. Вот сейчас крути руль, поехали. Вот грузовик выходит, вот видишь, вот он выходит, как ты ему не мешаешь, дорога широкая, трехполосная, не газуй сильно, бензин-то мой экономь. Конечно, ты купишь себе машину, так будешь газовать, можешь сказать, да здравствует заправочные станции, я ваш частый был любитель, поклонник, говорят, входи. Выбирай место для стоянки, остановки. Лена, при этом ты должна ехать. Где сплошная? Ты ехать прямо тогда должна, 60, ты едешь вообще в третьем ряду, включай правый поворотник, только потом мысли, что делать, раз, перестроилась, можешь еще раз перестроиться, выключила поворотник, автобус отходит от остановки, его пропускаем, и за остановкой берем и останавливаемся, включаем правый поворотник, уходим, и короче смотри какой прикол, видишь какой прикол? Видишь сюжет, да, какой? Поехали направо. Направо. Где право? Уходи направо. Вон на парковочке разворачивайся. Никого нет здесь. И на экзамене ты должна увидеть ситуацию и выкрутиться. Просто уйти, так сказать, ой, здесь нельзя. Сейчас ухожу, здесь развернусь и дальше поедем. Потому что я не видела, тут никаких знаков не было, что полоса уходит направо. Там было только лишь движение по полосам, да, что раздвоение полос. Mm-hmm. Видела, да, и все. Это называется, нас накололи. Mm-hmm. Так, здесь по помехе справа действуем. Никого. Право поворотник. Вот такая ситуация. У нас своя полоса, не бойся. Теперь думай, как выходить. И дальше выбираем место для остановочки. Выключили. Здесь не стоит. Ну конечно, опять уходи. Опять уходи направо, Лена. Опять мы затупили. Левый поворотник включай. И налево пошли. Ну туда прям уходи. Вот тут разворачивайся где-нибудь. Крути полностью влево. Зеркало посмотри, никого. Давай. Не пугай девочку. Стоим. Хватает тебе места? Да. Ну, что, переключай передачу, что ты меня-то ждешь? Правый поворотник. Что там, крутим руль. И налево можно ехать? Да. Ну вот, поехали направо. Лена, ты сейчас бордюр заденешь. Да. Ну уже нет. Выбираем место для стоянки. Я очень стоянка полюбила. И тут начинаешь волноваться, да? Заметила, да? Ленок. Чё ты растерялась? Нельзя. Почему нельзя? Это же 15 метров, а там 30 метров. Вот ты как
как-то резко, так, резко. Ну ладно, бог с ним. Молодец, поехали. Ты зачем заднюю открываешь? Ты в полосе стоишь, Лен. Зачем? Ну зачем? А, все-таки третий ты уже увидела, да? Нет, мы сейчас делаем что-то. А что, третий? Так, ты хорош тут. Нервничать в машине должен только один. Это буду я. Ты не должна нервничать. Так, мы направо поедем. Правый поворотник. Уходи.